Привет, зритель! Свежак в эфире, а это значит, что в ближайшие полчаса тебя ждут только премьеры. Меня зовут Болелов Борис, и начнем мы, пожалуй, с апгрейда. Пока рисуют графику для программы «Борис Релиз», уходит время, и вы, уважаемые, теряете много чего интересного. Так что с сегодняшнего дня программа «Свежак» — это не только видео-новинки нашего эфира, а также новинки книжных полок, музыкальных магазинов, кинотеатров и много чего другого. Да простит меня Чак, а он простит, деваться ему некуда. Премьера эфира первого альтернативного. Самая толстая лесбиянка зарубежной эстрады Бет Дитто и группа Gossip. Самые главные молодые металлисты Британии Bullet for My Valentine. Абсолютно новый клип группы Keen. Гимн фанатов Трактор Боулинг под названием «Мы». Рецензии на новые CD-релизы и раздача призов в хорошие руки. Фильм об уличном искусстве, выход через сувенирную лавку. В общем, переключать канал не рекомендуется. Спонсор программы – бренд Affliction. Смотри «Свежак» в оба глаза и не пропусти секретный пароль. Запоминай или записывай. Приходи в любой из московских магазинов Affliction, называй пароль и получай гарантированную скидку 10% на всю продукцию компании. Кроме того, назвав секретное слово в одном из московских магазинов, у тебя есть шанс выиграть крутейшую футболку от Affliction, почти как у меня. Начнем, пожалуй, с новых релизов, и сегодня это будут так называемые супергруппы, то есть новые проекты хорошо известных музыкантов. Под номером один идет Blood of Heroes, проект, который собрал Джастин Бродрик, известный по работе с такими бандами, как Napalm Death, End User, Jezzo, Techno Animal и многих других. Помимо, собственно, Бродрика, в проекте поучаствовал известный электронщик End User, а также король даб-экспериментов Билл Ласвелл. Кроме них, пара барабанщиков и MC по имени Доктор Израиль. Музыка Blood of Heroes — это саундтрек к жизни после апокалипсиса. Мрачный и густой дабстеп, рагга, гитары в стиле джезу, а также ломанный ритм, как у музыкантов лейбла Warp или Ninja Tune. При этом альбом Blood of Heroes не создает впечатления какого-то уж чересчур депрессивного и слушается довольно легко. Особенно, если вам близко творчество коллектива Pelican или того же End User. Следующая новинка пришла с лейбла «Союз». Это альбом известного гитариста Слэша. Мужик собрал кучу других известных музыкантов, в основном вокалистов, и выпустил ожидаемо неплохой релиз. На диске Игги Поп, Лемми Килмистер, вокалист Wolf Mother и неожиданно Адам Левайн из Maroon 5, а также Ферджи из Black Eyed Peas. И что еще более неожиданно, песня с Адамом Левайном – одна из лучших песен на всем альбоме. Диск не то чтобы лучше всех, половина песен — откровенный проходняк, но зато есть такие композиции, которые порой стоят целого альбома. Слэш играть не разучился, так что тем, кто любит смачные гитарные солики и старый добрый рок, послушать пластинку стоит обязательно. Ну и спецподгон от лейбла «Союз» — три вот этих вот абсолютно новых, еще запечатанных альбома Слэша. В подарок только для вас. Не буду заморачивать вас сложными вопросами, просто пишите вот на эту почту. В теме письма нужно указать «Хочу диск Слэш», а в самом письме точно и четко написать свой адрес, имя, фамилию, отчество, чтобы на почте ничего не перепутали. Первые трое самых быстрых получат по пластинке. И еще несколько слов о супергруппах и совместном творчестве супермузыкантов. Амар Родригес Лопес из группы Марс Вольта вместе с Джоном Фрусчанте из группы Red Hot Chili Peppers аж в 2005 году записали сложный альбом интересного инструментального рока. Вот релиз наконец-то вышел и распространяется абсолютно бесплатно. Качайте на здоровье и слушайте тоже на здоровье. Кроме того, грядет альбом абсолютно новой группы Тома Йорка под названием Atoms for Peace. Помимо, собственно, Йорка в коллективе поучаствовал Фли из Red Hot Chili Peppers, а также барабанщик группы R.E.M. Джои Уорренкер. Альбом, говорят, выйдет где-то летом.
Едем дальше и плавно переходим к премьерам эфира первого альтернативного. Номер один – поп-группа «Gossip» под предводительством толстой, некрасивой, воинственной лесбиянки Бет Дито, обладающей, однако, весьма красивым голосом. Клип на песню «Pop Goes the World» – это та поп-музыка, которую не стыдно слушать. Хотя бы из-за абсолютно панковских выходок толстухи Бет. Не верите мне? Спросите у Гугла. От нью-рейва к экспериментальному року. Следующая премьера тоже с женским вокалом. Голос может и не настолько яркий, как у Gossip, но сама барышня куда симпатичнее. Группа называется Sweethead, а песня The Great Disruptors. Банду сколотил гитарист Queens of the Stone Age Трой Ван Льюин в 2008 году. Дебютный альбом, однако, вышел лишь 11 мая 2010. Итак, для любителей рока в стиле White Stripes The Great Disruptors от группы Sweethead, отныне в эфире первого альтернативного. Продолжаем утяжеляться. Bullet for my Valentine – The Last Fight. Новый клип британских металлистов с последнего альбома Fever, который вышел в конце апреля нынешнего года. Клип, как и песня, повествует о тяжелой, но необходимой борьбе с самим собой. Как говорится, помни, главный враг всегда внутри тебя. Об этом рассказывают, показывают и поют волосатые господа металлисты. О музыке Bullet for my Valentine говорить нечего, потому что все уже 100 раз сказано. Единственное, что отмечу, гитарный соляк непривычно разочаровал. Самое время узнать секретный пароль от Affliction. Прямо сейчас он на ваших экранах. Запоминайте или записывайте. Приходите в один из московских магазинов и получите гарантированную скидку 10% на всю продукцию компании. Кроме того, назвав это секретное слово, у вас есть возможность выиграть крутейшую футболку, почти как у меня. Внимание, пароль действует ровно одну неделю, с 15 по 22 мая. Итак, мы продолжаем. В эфире программа «Свежак», и в гостях у нас группа, долго и упорно играющая рок-музыку в стиле нью-метал. Наверное, одна из самых упорных групп на московской сцене. «Трактор Боулинг», «Лу Вид», здрасте. Привет. Вы клип принесли под названием «Мы». А как родилась песня? Песня была написана незадолго до записи альбома, на который она вошла. То есть она совсем свежая. Вот. Изначально была идея сделать такой своего рода гимн. Вот, хардкор гимн. Ну, как бы там музыка соответствовала, как бы, и была некая мысль, которая удачно воплотилась. Мы позвали в студию порядка 13 фэнов приехало, проорали традиционно, там, как полагается, кричалку там в припевах. Это саппортеры наши, которые гоняют за нами там по России, вот. И они, в общем, так... Ну, костяк, да. Самый. Ну, мы сделали заготовки, они же не знали песни до этого. Мы сделали такие заготовки со словами. Mm-hmm. Когда нужно было кричать, поднимали, и они там... Вовы-то. Да, они пели. Там даже не столько даже крики, там даже пение. Да, спасибо всем, да, кто участвовал. Очень здорово получилось, и главное, душевно. И, ну, атмосфера была передана, как полагается.
снимали на репетиционной базе и участвовали как вот эти ваши саппортеры, самые-самые основные, так еще какие-то приглашенные. Ну, то есть, по сути... весь костяк, то есть он бы мог быть и больше, просто в таких попыхах мы не успели оповестить всех ребят, а так из Питера уже планировали приехать ребят там. А так получилось, что из Тулы в основном, из Москвы и из ближайшего Подмосковья. Чем навеяны песни, из чего вдруг решили вот написать такую композицию пафосную, не побоюсь этого слова? Не то, что пафосная, она скорее, как в хорошем смысле, как дань поклонникам себе, времени, там, не знаю, самому движению нашему. Изначально в нашем творчестве как бы есть элемент подобных песен. Вот в 98 году, то есть уже более 10 лет назад, была написана песня «Трактор», которая, собственно, была первым гимном. Вот, таким, такого рода. И это как бы продолжение традиции, то есть это не как бы не сиюминутный. Не первый ваш опыт, наверное. Ну да, да, ну это как бы часть культуры там какой-то, именно, которая касается нашего творчества. Может быть, это какой-то рубеж там, или это... Но вообще, на самом деле, текст был написан, исходя из того, что действительно альбом планировался с одноименной, с названием группы, соответственно, подводящий некий итог, и поэтому в песне там как бы раскрываются именно вот эти аспекты там. То есть то, что касается группы, мне здесь 13 лет, там, то есть там... И в принципе, когда группе 13 лет, она может себе позволить там... И как бы это пафосно не звучало, но спеть с поклонниками подобную песню. Итак, премьера в эфире первого альтернативного «Трактор Боулинг», клип «Мы». Трактор здесь, пока мы есть! Трактор здесь, пока мы есть! Трактор здесь, пока мы есть! Трактор! Ну а теперь свежак с широкого экрана. Режиссерский дебют самого дорогого и известного стрит-арт-художника в мире из Великобритании Бэнкси выходит на большие экраны России 13 мая. Документальный фильм «Провокация» о культуре современной уличной живописи называется «Выход через сувенирную лавку». Если вы знаете, кто такой Шепард Фейри или Абей, то вам будет интересно. Если нет, то узнаете, что это один и тот же человек. Увидите, что такое стрит-бомбинг, узнаете, чем отличаются стикеры от стенсилов и получите комментарии от лучших вандалов мира. В общем, очень интересное кино. Через сувенирную лавку будут показывать не только в Москве или Питере. И это, я считаю, правильно. Новосибирск, Якутск, Екатеринбург, Магнитогорск, Красноярск, Уфа. Не пропустите порцию современной культуры в своем городе. И напоследок заценим новые клипы группы KIN на песню «Stop for a Minute». 10 мая вышел новый EP этого коллектива, состоящий из 8 композиций. Туда-то и вошла эта самая песня, записанная вместе с R&B-артистом Кнааном. Что по музыке, «Stop for a Minute» — это, конечно, уже не инди. Да и британского шарма, шика и блеска в музыке KIN все меньше. Чертова глобализация виновата во всем. Зато клип неплохо сделан. Upon me.
На этой радостной ноте я с вами прощаюсь. Благодарю компанию Affliction за поддержку программы и вот эту вот симпатичную синюю футболку. С вами был Болелов Борис, увидимся ровно через неделю. И если ты хочешь больше знать о новых клипах, релизах и музыке вообще, заходи на мой блог. Пока!